Всем добра, здравствуйте. Сегодня наконец-то мы будем убирать картошку. Никак не могли начать, потому что все время были дожди несколько дней. В предыдущем видео я показывал, как мы срезали ботву, чтобы было картофелекопалкой вот этой простой, удобно убирать. Значит, чем убираем? Простая картофелекопалка, вот такая из магазина. Самая дешевая. Соответственно, магазинный адаптер. Ну и мотоблоки. Мотоблок на штатных резиновых колесах. Значит, первая передача, или пониженная, или повышенная. Это кому как нравится. У меня сейчас стоит пониженная. Ну просто потому, что лень перебрасывать. Как она стояла на пониженной. Ну, будет помедленнее, торопиться нам некуда. Значит, и как всегда повторюсь, этот способ годится для вот таких вот небольших участков. У нас здесь меньше сотки. Нам торопиться некуда, не спеша. Мы это все сейчас соберем картошечку. Вот. Идти будем через ряд. Потом это соберем. Ну, чтобы по картошке не ездить, мы ее сначала соберем, потом оставшиеся ряды уже тоже пройдемся. Ну что, начнем. Вот так вот, как вы заметили, приходится немножко помогать мотоблоку, потому что после дождей земля такая липкая. Конечно, чтобы не помогать, надо делать утяжелители колес, чтобы они не проскальзывали. У меня есть груз только вот сюда наперед. Если мы сюда повесим, будет переворачиваться, будет еще хуже. Вот. Но мы не делаем утяжелители, потому что ну, за год вот это часа два таких работ. И для этого покупать или делать утяжелители не вижу смысла. Вот. И повторяюсь опять-таки, для небольших полей, если у вас есть немножко сил, то у вас все получится. Так, ну ладно, мы сейчас продолжим без съемки и потом покажем результат. Ну вот буквально пару минут мы через грядку прошли. Сейчас это соберем быстренько и пройдем остальное. По прогнозу не должно было быть дождика. Ну вот пошел, пока не сильный, моросящий. Вот успеть бы дособирать еще вот эти две борозды. И может быть остальные выкапывать будем или сегодня позже, а может и завтра. Ну дождик нас немножко помочил и вроде отступил. Вот там вот небо такое уже просветлевшее, мы обычно ориентируемся на этот угол. Тучек не видно, поэтому мы сейчас продолжим. Thank you.
Ну вот сейчас мы еще эти две бородочки уберем, а то вдруг дождь опять пойдет. И потом продолжим. Ну вот, наконец убрали мы поле, пришлось помокнуть. Я весь мокрый, два раза переодевался. Наш дождик каждые 15-20 минут. Ну, все, вот видите. Долго, правда, из-за дождя пришлось. Вот столько у нас получилось. Вот видите, тут почти пол прицепа точно, даже больше, три четверти. В прошлом году, наверное, было примерно столько же. Но теперь надо ее высушить. Сейчас солнышко вышло. Пусть она стоит у нас, подсыхает. Но потом будем перебирать, перетряхивать. И уже складывать где-то в доме до полной просушки, чтобы потом сложить мешки на зимнее хранение. Значит, участок этот где-то, ну, меньше сотки даже. Это много это или мало. Для кого как. Помощница тут ходит. Даже в дождь не уходила, помогала. Ну, расскажи нам, как ты нам помогала. Вот так помогала, да? Ваше слово. А еще у нас тут прямо рядом с полем вот своя грибная плантация. Видите, под сосенкой. Это маслята. Поэтому мы их сейчас соберем. Вон, видите, сколько тут молоденьких вон полно. Видно, наверное, да? О, вон, смотрите, сколько. Все, и сегодня у нас будут еще и грибы на ужин с картошкой. Сразу все в одном месте. Похолодание застало шмеля прямо на подсолнухе. И он уснул. У нас есть еще одно такое поле, ну полянкой даже скорее. Ну, если мы снимать не будем, там все то же самое. Ну, сегодня мы убрали второе поле. Или полянку, если хотите. Тут тоже меньше одной сотки. Там птички уже клюют червячков. Ну и вот здесь вот столько удалось собрать. Это даже больше, чем вчера. Потом взвесим. Вот такая у нас выросла тыква на грядке. Вот мы ее специально тут на фоне тележки, забора. Никогда у нас таких не было. Вот в этом году такая получилась тыква. Это просто мы похвастаться хотим. И еще вот такие тыковки у нас выросли. На самом деле им бы еще сидеть и сидеть, но погода внесла свои коррективы. А вот эти вот маленькие, как называется? Конфетка. Сорт конфетка. Они вот такие малюсенькие. Ну, раз конфетка, значит, должны быть сладенькие. Вот столько у нас в этом году получилось. В прошлом тоже было немало. Ну, в прошлом они все дозрели, а эти, похоже, что не все дозрели. У нас тут в коридоре сейчас овощебаза. Здесь кабачки с тыквами. Тут поляна картошки. Это еще только с одного поля. Ну, точнее, с нашей полянки. Полем это назвать трудно. И то, кстати, это не вся картошка. Еще на веранде есть. Это видео будет полезно тем, кто впервые хочет заняться таким сельским хозяйством для себя. Картошечку выращивать при помощи мотоблока начинающим. И кто не планирует большие участки гектарные, там, конечно, нужна техника более серьезная. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. У нас много интересного, разнообразного. Мы старались. Еще как старались. Для вас. Чтобы это видео было полезным. Кстати, прошлогоднее видео, все ссылочки будут в описании внизу. Сможете пройти и посмотреть. Там все подробно рассказано. На этом всем пока.